13 сентября Кубань отметила 83-летие со дня образования. Сегодня в Южном регионе проживает более 6 миллионов человек различных национальностей. Благодаря плодородной почве и трудолюбию местных жителей Кубань называют житницей России. В 2020 году она стала лидером по эффективности работы агропромышленного комплекса. Краснодарский край входит в четверку регионов с максимальным инвестиционным потенциалом. Северский район внес значительный вклад в социально-экономический развитие Кубани. В преддверии празднования годовщины образования Краснодарского края состоялась торжественная церемония награждения жителей, которые внесли свою лепту в развитие Северского района. День Краснодарского края – это особенный повод для гордости и благодарности тем, кто посвятил свою жизнь его развитию. Спасибо вам за самоотверженный труд, за любовь к нашей великой России. Дорогие друзья, желаю в этот день всем здоровья, счастья, благополучия. Пусть всегда будет мир на нашей кубанской земле, на нашем прекрасном районе. Счастья, мира, благополучия. Храни вас Господь. С праздником! Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков и депутат законодательного собрания края Андрей Куймжиев поздравили всех присутствующих. Кубань – это сегодняшний день, это праздник нашего общего дома, который нам очень всем сильно дорог. В этот день мы славим Кубань, это наш край, нашу малую родину. От каждого из нас, кто сидит в этом зале, зависит завтрашний день нашего любимого уголка. От всей души желаю вам успехов в труде родного, на благо родного края, здоровья, счастья и пускай любовь и благополучие будет в каждой кубанской земле. Наш край обладает богатой историей. У него хорошее, настоящее и, я уверен, замечательное будущее. Я желаю вам мира, благополучия, вам, всем вашим близким, всем, кто по-настоящему дорог. Давайте и дальше будем жить на этой замечательной кубанской земле. И вместе со всеми нами она будет дарить нас теплом, уютом и светом. С праздником всех вас! В торжественной обстановке вручили награды всем, кто внес неоценимый вклад в развитие Северского района и Краснодарского края представителям различных отраслей экономики и социальной сферы. Продолжился праздник музыкальными композициями. Россия, матушка, лучше верится, река по камушкам, снег да метелица. В завершении встречи глава района Адам Джарим еще раз поблагодарил всех присутствующих с высокими и заслуженными наградами.